Сегодняшняя наша передача праздничная. Программа «Уфты» отмечает свое двухлетие. И мы решили немного рассказать о тех, кто помогал на протяжении этого времени делать «Вести из-под парты», одну из самых постоянных и любимых рубрик ребят, обдумывал сюжеты, репортажи, о наших юных корреспондентах. Вот они. Знакомьтесь, Оля Левшина. Оля в этом году закончила школу. Трудно представить, что эта симпатичная и спокойная на вид девушка в первом классе беспощадно избивала всех мальчишек. Более того, она была даже командиром отряда в третьем классе. Но годы перестройки, как отмечает сама Оля, изменили ее жизнь. И на смену пионерской деятельности пришла деятельность журналистская, а именно появился Тонис-центр и передача «Ухты», которую Оля считает своим домом, а Валю Чучкун – второй мамой. Кстати, Оля призналась, что ей нравятся ребята, похожие на Стаса Янкелевского. А еще она любит батончики Сникерс, так что дерзайте, юноши. Вы наверняка все узнали нашу телезвезду Аню Момот. Без малого 2 года она бессменно вела «Вести», изредка меняя партнеров. Нет сомнений, что уже многие девчонки хотят быть похожими на нее. Аню, между прочим, уже давно узнают на улицах города. На Тунис она пришла сама, уже с готовой идеей. И вообще, Аня очень часто продуцирует идею, а воплощать их приходится другим. Ну а о себе сказала кратко. Люблю весело и хорошо отдыхать, люблю все красивое и вкусное, ну и, конечно же, лиц противоположного пола, но в пределах разумного. Вот так-то. Галя Мирошник. Закончила 9 класс. На Тунис попала через школу юных журналистов при Дворце пионеров, которую вела Валя Чичкун, автор и ведущая передачи. Сама Галя объясняет причину попадания на Тунис следующим образом. «В жизни мне обычно не везет, и поэтому я попала на Тунис». Весьма интересная версия. Но мы-то знаем истинную причину. Здесь не обошлось без сердечных дел. Ох, девчонки, девчонки. Нельзя не узнать и самого шумного юнкора в «Ухты» Данила Черкашенко, или просто Дан. Он учится в лицее искусств на театральном отделении, и это нельзя не почувствовать, общаясь с ним или просматривая его сюжеты. Этот любитель стендапов и интервью оказался в «Ухты», как и многие другие корреспонденты, благодаря школе журналистики. Любит английский, что неоднократно демонстрировал перед камерой. На вопрос, какие девочки нравятся, он уверенно ответил: блондинки с голубыми глазами. Что ж, юные голубоглазые блондинки, поздравляю вас, у вас есть прекрасный шанс. А это Ирина Гацко, которую вы неоднократно могли видеть в «Вестях» со своими репортажами из вузов Харькова. Как ни парадоксально, но сама Ирина, окончив в этом году школу, все еще не решила, куда же ей поступать. И неудивительно, ведь в детстве она никогда не мечтала стать космонавтом, врачом или учителем. Впрочем, как и сейчас. Но не беда. Как сообщает сама Ира, ее угораздило родиться 29 февраля, в день, который раз в 4 года бывает. Может быть, поэтому в ее жизни часто господствует ее величество случай. Что ж, мы желаем, чтобы случайность твоей жизни лишь всегда была счастливой. Юных журналистов «Ухты» более серьезного и обстоятельного, чем Игорь Склеревский, не найдешь. И здесь не обошлось без счастливой случайности. Когда Игорь в феврале 92 года попал в школу журналистики, а с апреля того же года он стал бессменным ведущим «Вести» из-под парты в дуэте с Аней Момот. Однако он пробовал себя и журналистом. В этом году Игорь закончил среднюю школу номер 139 на Салтовке и хочет поступать в Институт городского хозяйства на архитектурный факультет. Однако прекращать свою деятельность на телевидении не собирается. Себя характеризовал очень лаконично. Очень люблю Битлз и кофе, не люблю Титамира и пиво. Что ж, у каждого свои пристрастия. Вот такая у нас команда, наши помощники, ученики. Шумные, крикливые, требующие и спорящие. Инициативные, исполненные самыми неожиданными идеями и предложениями. Спасибо вам. И мы думаем, что вы еще будете радовать всех нас своей безграничной фантазией, энергией и жизнелюбием.
Мы ни с кем не прощаемся. Мы лишь говорим с днем рождения, Ухты, и до новых встреч!